Норвежский лыжник Йоханнес Клеба, выигравший спринт на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, возглавил общий зачет, сместив с первой строчки россиянина Александра Большунова. У Клеба на данный момент 234 очка, у Большунова 215. На третьем месте норвежец Эрик Вальнес, у которого 160 очков, и вслед за ним Сергей Устюгов со 143 очками. Напомним, что лучшим представителем России в спринте в Лиллехаммере стал Александр Большунов. Он выбыл из борьбы на стадии полуфинала, после чего в Федерации лыжных гонок России главный тренер Сергей Крякин прокомментировал выступление Александра. Саша Большунов тактически уступил. Со стороны кажется, что вроде делал все правильно, но допустил замешательство в доли секунды и сразу оказался не в лучшей позиции. Но физически он готов хорошо.